ко мне же котиком. Собака, собака, кошка. Ты что, хочешь с детом, чтобы был хороший контакт? Время у нас нерегулярное. Ощущение урежения. Вероятнее всего в ответ на вдох-выдох. Это нормально. Если побрить ее, можно чуть-чуть? Вот эта вот миграция водителя ритма, помните? Но он не пропадает в детстве, он есть. Просто меньше становится, более довольный не может. Больше и вот маленький. Здесь что? Собака молодая. Включать надо врожденные аномалии. Да, это у нас чихуахуа, правильно? У чихуахуа может быть и ботал, и может быть стеноз. Теперь на 90 градусов против часовой стрелки, левый желудочек. Теперь аорта левой предсердия. Метку вверх. И провод на себя. Наверное, все, никаких установок, никого, ничего. Первый степень вариант полный. Это нормально, не страшно.